даже несмотря на то, что был моим врагом, ты был хорошим человеком. Жаль, что так вышло, Ричард. Я обращался ко всем. И к твоему Богу мы обращались, и к нашим Богам обращались. А ты не проснулся. Может, ты действительно нашел здесь покой. Мы нашли отличное место, чтобы тебя здесь упокоить. Мне бы понравилось. Думаю, тебе тоже. Ой, здесь рядом и горы, и животные, и аппарат летательный, и лагерь наш, и отличные виды на восход. Здесь красиво наблюдать звезды. Отлично. Так, я пока тут положу. Да. Я его обмыл, насколько это было возможно. Ну да, он стал гораздо чище. Так, а ну-ка, Маки, отойди-ка. Давай. Нет, подожди. Это место получше. Так мы же еще яму не выбили. Вот. Я примерно примеряю, куда бы можно было. Так, как ты сказал, вот здесь, да. Ногами вот к востоку, да? Надо. Да, вот так идеально. Ну, давайте. Запад сейчас там, где у него ноги. Как? Вроде бы нет. Ногами к востоку. Восток — это в стороне, где Валентайн. Похоже, как-то не так его положил. Наоборот, значит, да? Угу. Да бог с ним, мы уже многие пункты нарушили, так что это уже... Вот так вот. Идеально. Вы его в грязи заваляли. Давайте ему лицо помоем. Ничего, нормально. Кечи, а видишь палки? Начинайте, начинайте вскрывать землю. А Хензи, Кечи, сможете покопать? У меня особо сил на это нет. Я пока лучше... приведу его в какой-то вид. Так, а тут еще палка есть? Да, Кичи, видишь, вот мута в землю палка. Угу. Давай, копай. Так.
Ну, думаю, достаточно. Так. Остался крест. На Хинзе. Куда крест? А, вот он. Давайте вместе. Нам не дотащить. Как его лошадь взбесилась. Давай, взяли. Так и в объем. Что у вас говорят на прощание? На прощание. Сейчас. Помочь его Господи Боже наш, вере и надежды живота вечного, новопоспрясного раба Твоего, измерякий Твоим благодел, полюбится за любые грехи. Благослови, остави, прости все вольного согрешения невольного, оставляя его все святое второе пришествие Твоих, причастие вечно Твоих благ, и ши ради в Тебя единого веру в истинного Бога и человека любца, як это есть воскресе и живот, по поработанному во мире Христе Боже наш, Тебе славу воссылаем, во изначально Твоим Отцем и Пресвятым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. User joined your channel. Хороший был мало. Жаль его. Ну, он был хорошим человеком. И жалко, что он не раскрыл всех своих талантов. Да ведь он столько еще мог сделать. Надо запомнить это место. Тут приезжать. Да. Мне будет не хватать моего раба. И друга. Слышите, всадник? Это кони.
Я видел, что в городе так делают. Нужно положить его очки рядом, или вы... Его лошадь, может быть, отпустим её? Подождите еще. Давайте минуту молчания. Все. Можем отправляться обратно. Можете ему еды оставить на тот свет. Что ты ищешь? User left your channel. Да я тоже хотел остаться здесь. Составил тебе компанию. Давай. Это река как символ. Красивое здесь место. Главное, чтобы не разрыл медведь могилу. Да не. Но они на той стороне реки живут. Я спущусь к реке, попью.
Да, тяжело все это. Только сегодня мы с ним вместе охотились. Давай просто помолчим.